программу «Губернии». Вот главная тема выпуска. Компрессионный перелом позвоночника. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту травмирования ребенка на тренировке. Несуществующая секция и фантомные тренеры. Кто ответит за то, что ребенок прикован к постели? Место бездорожья – дорога, пешеходный тротуар и парковки. Кроме планового ремонта, выполнили дополнительный. Эта дорога уже и на сегодняшний день стала полноценным дублером улицы Вележской. В изоляции оказалась новостройка в педагогическом переулке в Иванове. Подъезд к ней был запроектирован через двор соседнего дома, но его огородили забором. Жильцы новостройки теперь ездят домой по скверу. Старый асфальт сняли, засыпали щебень, разворотили все вокруг и оставили горы мусора. Дороги бросили или доремонтируют. 13 сентября в Иванове состоится фестиваль единоборств. Зрителям обещают эффектное представление и положительные эмоции. А мы совсем скоро расскажем, почему его стоит посетить. Гостиница «Турист» в Иванове лишилась своего фирменного горельефа. Почему демонтировали металлическое панно и вернут ли на прежнее место? По данным крупного IT-сервиса, каждый четвертый ивановец мечтает брать питомца с собой на работу. Что же скажут горожане на такое предложение? Сейчас об этих и других событиях подробнее. В студии Алина Марычева. Здравствуйте. Практически в изоляции оказалась новостройка в педагогическом переулке в Иванове. Подъезд к ней был запроектирован через двор соседнего дома, но в конце августа его огородили забором. Жильцы новостройки лишились проезда к своей территории и вынужденно проложили путь через недавно благоустроенный сквер по его краю и прямо по грунту. Больше всего они переживают, как теперь вызывать скорую помощь и пожарных в случае необходимости. Почему так получилось и что сейчас можно сделать, расскажем в нашем репортаже. Мы сами не сразу нашли дорогу. Навигатор привел нас к воротам пятого дома педагогического переулка, закрытым воротам, а надо к третьему. В объезд по краю нового сквера, где накатана самостейная дорога, объясняли жители по телефону. Потом рассказали, вот так же 31 августа и они оказались перед закрытым проездом. Сейчас мы на данный момент находимся в такой тяжелой ситуации, мы остались без дороги. То есть соседний дом нас не выпускает, не дает нам заехать на свою территорию. Мы сами прокатали дорогу, вот где сейчас машина пытается проехать. Вот, то есть официальной дороги у нас нет. Строительством жилого комплекса из двух домов с единственным подъездом к ним занималось муниципальное предприятие по организации капитального строительства МУП «ПАОКС». Оно уже ликвидировано. Изначально это был единый земельный участок, предоставлялся для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Согласно проекту планировки, подъезд к обеим домам, как это нормально, по планировке осуществлялся общий, потому что это внутриквартальный проезд между домами. В последующем земельные участки под каждым объектом были разделены. Предполагался еще детский сад с отдельным подъездным путем. Ни сада, ни дороги. На этом месте и разбили сквер. А третий дом оказался без собственной дороги во двор, когда соседи захотели отделиться. Много мы везде писали, ответы все получили, но мер почему-то никто не принимает. Ну, в частности, тоже Госпошнадзор. Он же не должен ждать, когда случится что-то, пожар, и сюда подъехать невозможно. Администрация, наверное, должна была предусмотреть вот это вот все. Каким образом неофициально... То есть кто-то пропустил. Ну, скорее всего, человеческий фактор, да, административный, кто-то пропустил. Может быть, устали просто люди. Впереди новая проблема. По словам жильцов, соседи намерены закрыть доступ и пешеходам. А это выход к мусорной площадке и не только. Аптека у нас с этой стороны. И все магазины у нас с этой стороны. И получается, мы ходим в обходы, а врачей вообще как принять, даже вообще сейчас в таком состоянии, я переживаю, как мы будем. В администрации поясняют, жилищный кодекс дает право собственникам земельного участка распоряжаться им. Но права одних не должны нарушать права других. Если в этой части сказать законно, незаконно, то есть они имели право определить порядок пользования своим земельным участком и запрет на установку ограждений у нас на территории города Иваново нет. Но, однако же, согласно правилам благоустройства, есть пункт о том, что эти ограждения не должны перегораживать проезды спецтехники. Это у нас скорая помощь, пожарная машина.
Управление архитектуры направило письмо в адрес ТСН пятого дома о недопустимости нарушения норм технических регламентов. Председатель товарищества Светлана Крупнова, в свою очередь, заверяет, что не ограничивает доступ для спецтехники и может открыть ворота с телефона в любое время дня и ночи. Правда, для того, чтобы пропустить машину, нужно ей позвонить. Также председатель пояснила, что они готовы договариваться о сервитуте. Но пока соседям найти общий язык не удалось. Третий дом надеется на вмешательство надзорных органов и готовится к судебному процессу. А еще они просят мэрию обеспечить им отдельный выезд на Союзную улицу. Заборная болезнь, по всей видимости, очень заразная. Сейчас вокруг меня практически все дома имеют свою собственную ограду. Не только пятый дом по переулку Педагогическому, но и четвертый по переулку Менделеева. И сразу несколько домов по улице Красных Зорь. Это и 12-й, и 14-й, и вон там еще один. Все они установили вокруг себя решетки. Разница в том, что у каждого из них есть свой собственный подъездной путь. В изоляции из-за чужих заборов оказался только третий дом. Татьяна Прокопенко, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». В Иванове возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка на тренировке по паркуру. Эту историю мы рассказывали в понедельник. После нашего материала следователи провели проверку. Факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, подтвердился. Артур – фанат спорта, занимался греко-римской борьбой, потом перешел в смешанное единоборство. Летом увидел видеоуроки по паркуру, загорелся экстримом и уговорил маму потратить подаренные на день рождения деньги на абонемент. Занятия проходили на уличной спортивной площадке на набережной. На третьей тренировке Артур попытался выполнить экстремальный трюк, прыгнул, но ухватиться за турник не смог и упал на спину. Было больно так себе, но вот было такое чувство, как будто встряска всех органов. Я пошел к маме отдышаться, потом к нам подошел тренер, спросил, все нормально. Он ответили да. Я не мог говорить, дышать, но я разговорился, раздышался. Врачи диагностировали мальчику компрессионный перелом третьего позвонка. Второклассника перевели на домашнее обучение. Теперь ему разрешена только лечебная гимнастика. Следственный комитет начал проверку. По ее результатам принято решение возбудить уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья». Отметим, наказание по этой статье – либо лишение свободы на срок до 2 лет, либо обязательные работы, либо штраф до 300 000 рублей. В администрации Иваново нам сообщили, в спортивных школах отделений паркура нет. Комитет молодежной политики или МБУ «Восток» подобные тренировки не проводят. За согласованием проведения тренировок на набережной обращений не было. Сейчас поговорим о печальной летней статистике. За прошедшие 3 месяца купального сезона в водоемах Ивановской области утонули 7 человек. 2 из которых – дети. Самыми частыми причинами гибели у взрослых стали алкогольное опьянение и купание в непредназначенных для этого местах. У детей – недосмотр родителей. Отметим, что на самом деле несчастных случаев на воде этим летом было больше. Практически о каждом из них мы сообщали. Всего с дна водоемов было поднято 15 человек, среди которых не двое, а 3 детей. Напомним, первой жертвой купального сезона стал 15-летний подросток из деревни Филина Шуйского района. В конце июня в Юрьевце перевернулся на надувном матрасе и утонул 13-летний мальчик. И точно такой же случай произошел в начале июля в Иванове в парке Степанова. 13-летняя девочка плавала на надувном матрасе и упала с него. Такую разницу с официальной статистикой в МЧС объясняют тем, что в сводку не включаются утонувшие, смерть которых носила криминальный характер, или если она произошла, например, из-за остановки сердца. Аналогичная статистика, кстати, и по 2021 году. Тогда за лето утонули также 7, правда, среди них был только 1 ребенок. Напоследок отметим, что все же этим летом на воде больше спасенных – 9 человек по области. В нашу редакцию приходят сообщения от ивановцев, обеспокоенных брошенными ремонтами дорог и тротуаров. Старое покрытие рабочие сняли, подготовили к укладке асфальта и пропали. В ситуации разбирался наш корреспондент. Пересечение улиц Смирнова и Красногвардейской. На углу стоит 83-й дом. В начале лета здесь начали ремонтировать дорогу и обустраивать тротуары. Но, по словам местных активистов, примерно 1,5 месяца назад что-то пошло не так, и работы подзатянулись.
Район оживленный, машин и пешеходов много. По словам местных жителей, по утрам и вечерам здесь пробки. Автомобилисты не могут разъехаться, не хватает места. Людям приходится идти по проезжей части, ведь тротуара нет. Зато есть гора мусора выше человеческого роста. Мы вот все перешагиваем. С колясками уже к нам невозможно пробраться. Это надо все переносить. Только вот это безобразие, которое творится здесь во дворе, оно уже давно. То есть приехали бригады, стали здесь все копать, разравнивать, сняли асфальт. Ну, какой-никакой асфальт тут был. Пусть он был с ямами, но он был. Сейчас здесь никакого нет ни асфальта, ни такого вот покрытия, по которому пешеход бы перемещался. Просто какие-то руины. Все оставили, все развалили и уехали. На улицу Стефенсона ремонтные работы вернулись. В конце августа к нам в редакцию обращались ивановцы, которые пребывали в недоумении, куда пропали дорожники и техника. Тротуары и часть дороги сейчас отсыпали щебнем. Почти аналогичная ситуация и на Первой Полевой. Дорогу сделали, тротуар подготовили к укладке асфальта, мусор оставили. И на этом пока все. Доремонтируют дороги и тротуары или не доремонтируют? За комментарием мы обратились в городскую администрацию. В этом году в областном центре реализуется рекордный объем работ по дорожному ремонту. Всего более 100 объектов общей протяженностью свыше 50 километров. Подрядчики из-за этого объема работ вынуждены время от времени и бригады, и технику перекидывать с объекта на объект. Поэтому создается впечатление, что объекты брошены, там работы не идут. На самом деле все работы, которые были запланированы в этом году, будут завершены в рамках этого строительного сезона. Яна Ведерникова, Дмитрий Добыш, телекомпания «Барс». Гостиница «Турист» в Иванове лишила своего фирменного советского панно. Металлическую чеканку демонтировали с фасада здания. Вот так гостиница выглядела еще совсем недавно, и вот так она выглядит сейчас. Горельеф аккуратно срезали и положили рядом на газон. Чуть позже его уберут на склад. Демонтаж панно связан с проведением ремонтных работ. В конце прошлого года у гостиницы сменился собственник. Новый хозяин решил привести внешний вид постройки в порядок, восстановить штукатурный слой фасада и покрасить его. Для проведения этих работ украшение пришлось снять. На место его вернут после того, как закончится ремонт. По сообщению руководства гостиницы, это произойдет не раньше весны следующего года. Металлическое панно создал заслуженный художник СССР Константин Фролов. Его работе также принадлежит мозаичное панно на здании бывшей фабрики «Красная талка». Сейчас короткая реклама. Вот о чем расскажем после нее. 13 сентября в Иванове состоится фестиваль единоборств. Зрителям обещают эффектное представление и положительные эмоции. А мы совсем скоро расскажем, почему его стоит посетить. По данным крупного IT-сервиса, каждый четвертый ивановец мечтает брать питомца с собой на работу. Что же скажут горожане на такое предложение? Заботишься о безопасности и хочешь знать, что происходит в твоем дворе, на парковке или детской площадке? Звони 93 93 93. Интеркомтел. В Иванове завершается ремонт автомобильной дороги по улице Летчика Захарова. В среду депутат городской думы и заместитель главы города встретились с жителями микрорайона и вместе оценили качество работ. Ирина Афонина подробнее. В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» уложили асфальт, выполнили тротуары, подготовили парковочные места. Водители отмечают, дорога была в удручающем состоянии. На машине не проехать, пешеходных дорожек не было. Были обращения, многочисленные обращения граждан, да я и сам это видел. И в конечном итоге это мы все приняли совместно с городской администрацией, обсуждали, приняли решение о том, что эта дорога имеет приоритетное вот для этого микрорайона значение. И в рамках этого было принято решение о ремонте, причем ремонт контролировался постоянно. На данный момент заканчивают укрепление обочин, установят знаки, нанесут разметку. Искусственную дорожную неровность совместят с пешеходным переходом. По просьбам жителей, две дополнительные ДН будут установлены. Эта дорога уже и на сегодняшний день стала полноценным дублером улицы Вележской, которая поможет сократить трафик по ней. Когда в последний раз ремонтировали улицу Летчика Захарова и ремонтировали ли вообще, никто не помнит. Зато помнит, в межсезонье здесь стоит вода.
Если посмотреть, на всего одна ливневая канализация на весь участок. И каждый год эта дорога тонула, воду было некуда деть. Подработали, уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, выровняли, подтянули воду к ливневке. Гарантийный срок 5 лет. К депутату Владимиру Козлову обратилось руководство оборонного предприятия с просьбой включить в план ремонта подъезд к проходной завода. Этот участок не ремонтировали лет 20. Депутаты совместно с городскими властями приняли положительное решение. Во вторник работы закончили. В среду руководство завода посмотрели на качество ремонта. Сейчас востребованность в этой дороге возросла, потому что объемы заказа по Министерству обороны в этом году значительно выросли. И доставка тяжелой техники связи производится тралами, и водителям было неудобно, и всегда они нам жаловались. Средства на дополнительный ремонт выделили в том числе и в рамках наказов избирателей. Сотрудники предприятия, осмотрев участок дороги, пришли к выводу – простоит не менее четверти века. Ирина Афонина, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». 13 сентября в Иванове пройдет фестиваль единоборств. Зрителям обещают эффектное представление и полное погружение в мир спортивных и традиционных боевых искусств. В среду в преддверии мероприятия во Дворце игровых видов спорта состоялось заседание оргкомитета. Сейчас мы расскажем, какие приятные сюрпризы ждут гостей фестиваля и почему его непременно стоит посетить. Сила, ловкость, мастерство. Разные стили и техники на одной площадке. В череде городских событий фестиваль единоборств стал заметным явлением. Он задумывался для того, чтобы родители не мотались по городу в поисках подходящей секции для своего чада. А члены федерации смогли продемонстрировать свои достижения и пополнить ряды неофитами. На этой площадке демонстрируют свое выступление действующие чемпионы мира, Европы, чемпионы России. Поэтому мероприятие проходит зрелищно, красиво. И ребятам это тоже так же хочется. И хотят также быть такими же сильными, смелыми, ловкими. Поэтому у кого есть стимул, у кого есть цель, естественно, они и дальше продолжают заниматься, достигают определенного успеха в спорте. В этот раз показательные выступления планируют провести 14 спортивных федераций и клубов области. Зритель сможет увидеть техники карате, тэквондо, бокса и даже такое специфическое искусство, как кабудо. Это традиционный окинавский стиль владения холодным оружием. На базе Дворца игровых видов спорта фестиваль единоборств будет проводиться второй раз. Эта площадка очень хорошо себя зарекомендовала. Импровизированная арена просторная. Зрительские трибуны располагаются по периметру. Зал вместительный. Участников фестиваля и их показательные выступления, как в Римском Колизее, прекрасно видно со всех сторон. Для гостей фестиваля организуют мастер-классы с чемпионами. Будет проведена лотерея среди зрителей на призы, учрежденные федерациями. И самое главное, у посетителей праздника будет возможность не только посмотреть на показательные выступления, но и поближе познакомиться с понравившимся стилем. У нас все, кто захотят прийти, могут записаться и бесплатно получить месяц занятий в любой из наших федераций для того, чтобы составить свое уже впечатление и, может быть, благодаря этому у нас будет еще больше достойных спортсменов и больше людей, которые приветствуют здоровый образ жизни. Пятый фестиваль единоборств пройдет 13 сентября, в следующий вторник. Начало в 12 часов. Вход свободный. Организаторы приглашают всех желающих. Сергей Веселов, Сергей Тютин, телекомпания «Барс». Каждый четвертый ивановец мечтает брать питомца с собой на работу. Такие выводы в своем исследовании сделал крупный IT-сервис. Давайте посмотрим, что же ответит ивановцы на улице города на такое предложение. Если честно, то у меня питомец Эублефар, это ящерица. Я думаю, к сожалению, на работе ему не понравится. А коллеги бы как ценили? Вы знаете, все, кто приходит к нам в гости, все без ума. Я думаю, что коллеги бы тоже оценили. Но, к сожалению, его так не принесешь, а террариум тащить – это проблематично. Ну, навряд ли. А что за питомец? Собака. Ну, только я работать хожу. Поэтому боюсь, что она мне будет мешаться. Конечно. А почему? Это очень весело. Вы сидишь на паре, учитесь, и с вами ваш любимый питомец, который всегда рядом. Что? Мой кот Васька. Не знаю. Какой смысл? Так. А кто у вас? Ну, собака, и кошка, и кот. Собака. Может быть. Только если с котом. Так, а вы как думаете? Нет. Отвлекать будет? Конечно. Думаю, нет. А почему? Ну, будет отвлекать от работы других коллег, самого.
А вам расслабиться, релаксировать? Это надо делать дома. Это бордатая гамма ящерицы. Я не знаю, ей не понравится. Ей должно быть тепло в террариуме. Ей не понравится? Да. А вам? Что, брать на работу с тобой? Конечно, понравится. Нет. Почему? Нет, конечно, просто я работаю в медицине, там нельзя. Черепаха и две кошки. Хотели бы кого-то из них на работу с собой брать? Нет. Почему? Мешаться будут. Вот понимаете, у нас просто жизнь поменялась после этого, как у нас вороненок дома появился. Потому что либо я, либо кто-то все время ну, около него. Мы его подняли, он подобрыш. Он 20 мая подняли, он два дня на дороге лежал. В общем, подобрали. И вот теперь жизнь медом не кажется абсолютно. На работу домашнего питомца всех троих. У вас трое? Да. А кто? У меня два кота и собака. Так, кого-нибудь из них. Не могу их разлучить. Им весело дома без меня. А теперь о погоде. Что же прогнозируют синоптики на ближайшие сутки? Мы знаем, как вернуть здоровье ногам. Прием ведущего флеболога всего 990 рублей. УЗИ вен обеих ног в подарок. Клиника варикоза нет в Иваново. Записывайтесь. 300-300. В четверг в нашем регионе ожидается пасмурная погода, дождь. Температура воздуха днем плюс 7, плюс 9 градусов. Ветер северный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни столбики термометров повысят свои показания, а дожди прекратятся. Внимание! Небывалая акция «Карнавал угощений». Текстильный центр «Рио» раздает бургеры, лимонад, кофе и текстильные подарки своим покупателям. На каждые 500 рублей вашей покупки получайте 25 «Рио-рубликов» и обменяйте на вкусные призы. Сразу после новостей объявление в городской хронике. Интересные истории, видео и фото вы можете отправлять на наши редакционные мессенджеры. Это Viber и Telegram, номер вы видите на экране. Присылайте свои темы через сайт Иваново News или звоните по телефону горячей линии 58 77 77. Я с вами прощаюсь, удачи всем и хорошего настроения.